Привет! Сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями о современном телевизоре TCL среднего класса, который обещает отличное качество изображения и удобство использования. Поговорим о его особенностях, функциях и о том, как бы он мог вписаться в твою домашнюю систему развлечений. Поехали! Этот телевизор обладает настолько тонким профилем и бесшовной передней панелью, что смотрится как настоящий шедевр на стене твоего дома. Изящество и технологичность здесь сочетаются так идеально, что просто заставляет забыть о границах между искусством и повседневностью. Безрамочный дизайн действительно открывает новые горизонты в полном погружении в контент. Ты будто становишься частью происходящего на экране. Это создает непередаваемое ощущение присутствия в центре событий, будь то киноблокбастеры или захватывающие спортивные матчи. Не забудь заглянуть в описание под этим видео, там ты найдешь ссылки на магазины, где можно приобрести этот телевизор, а также специальный промокод для выгодной покупки. Дисплей этого телевизора – это просто воплощение технологического искусства. Оснащенный технологией QD Mini LED, он предлагает изображение, которое поражает своими яркими и живыми цветами, а также невероятным контрастом. Каждый кадр здесь выглядит настолько реалистично, что порой забываешь о границах экрана. Система локального затемнения насчитывает до 1536 зон, что позволяет достигать исключительной детализации изображения, правдоподобно передавая каждый пиксель. Это идеально для сцен с переменным освещением, благодаря чему картинка остается яркой и четкой даже в самый солнечный день. Технология устранения ореолов, разработанная компанией, и шестикристальные светоизлучающие чипы значительно улучшают яркость и энергоэффективность, воспроизводя естественные яркие и темные сцены с удивительной точностью. Продуманные микролинзы оптического изображения и передовой процессор обработки изображения с искусственным интеллектом обеспечивают безупречное качество картинки. Все эти инновации позволяют добиться такой степени детализации и яркости изображения, которая как будто оживает перед тобой. Звук в этом телевизоре стоит особого внимания. Система 2.1 с мощным сабвуфером гарантирует глубокие и насыщенные басы, что превращает каждое прослушивание в настоящее зрелище. Будь то взрывы в блокбастерах или низкие ноты в музыкальных треках, каждый звук ощущается сотрясающим землю. Технология Dolby Atmos добавляет к этому невероятную глубину и частоту звука. Она создает эффект присутствия, когда звук обволакивает тебя со всех сторон, детализируя каждый шорох и шепот так, будто они происходят прямо рядом с тобой. А DTS Virtual X доводит впечатление до максимума, создавая иллюзию объемного звучания, которое кажется исходящим сверху головы и из самых разных уголков помещения. Эта технология действительно переносит тебя в центр событий, делая просмотр фильмов и прослушивание музыки по-настоящему захватывающим и эмоциональным. В этом телевизоре установлена операционная система Google TV, что делает его не просто устройством для просмотра телепередач, а полноценным центром домашних развлечений. Система предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс для поиска фильмов и сериалов, рекомендуя контент на основе твоих предпочтений и просмотренных ранее программ. Количество портов и подключений впечатляет. 4 HDMI для подключения игровых консолей и других устройств, USB-порт для внешних накопителей, 2 антенных входа, Ethernet для стабильного интернет-соединения и Wi-Fi 5 для беспроводного доступа в интернет. Также не стоит забывать о Bluetooth 5.0, который обеспечивает удобное подключение беспроводных наушников или колонок. Все это дополняет возможности телевизора, делая его настоящей медиастанцией, где каждый найдет что-то для себя, будь то новый блокбастер или сериал по вкусу, открывая мир развлечений прямо у тебя дома. Внимательно проанализировав отзывы пользователей, мне удалось собрать информацию о том, что они думают о данной модели телевизора. Поделюсь этими выводами. Минусы. Проблемы с установкой приложений. Некачественный пульт. Плюсы. Великолепное качество изображения. Ровная задняя панель. Высокая скорость работы. Отличные игровые функции. Хороший запас яркости. Мощный встроенный сабвуфер. Комфорт просмотра в 4К.
На этом мой обзор подходит к концу. Не забудь проверить описание под видео. Там ты найдешь полезные ссылки на магазины и скидочный промокод для выгодной покупки. Если у тебя есть мнение или вопросы по этой модели телевизора, пиши в комментариях. Мне важно знать, что ты думаешь. И, конечно, если тебе нравятся подобные обзоры и ты хочешь видеть больше, подписывайся на канал и ставь лайк. Это поможет мне создавать еще больше интересного контента. Жду тебя снова на своем канале. До скорых встреч!